блатная. Я покупала черенки. У них было произведено две прищипки уже. Конечно, я сделаю прищипку и третью. И вот у них очень хорошие корешки. Мне нужно их уже перевалить уже как бы в другую емкость, потому что они не растут. Уже есть корешки сверху. Вот видно вот у этого черенка. Тут корешочки есть. Уже сверху видны, что бедненькие, им не очень хорошо. Нужно их посадить уже, перевалить. Черенки очень хорошие, красивые. Здесь разные сорта. У них листья тоже разные. Вижу, они уже дают пасынки. Я сделала уже вторую вот прищипку. Они уже дают пасынки. Я хочу перевалить в другую емкость. На стаканчике вот написана тут цифра. То есть, какой сорт. Если листочки не очень хорошие, я нижние просто отломаю. И на вазончике я тоже написала. Вот просто надавливаем. Я смотрю, что продавец мне продал черенки, но в стаканчике нет отверстий. У меня смесь приготовлена из покупной смеси, садовой земли, вермикулита, агроперлита и немножко кокосового субстрата. Чуть-чуть я поставила. Немножко нужно вот такую процедуру сделать, то есть нижний слой, чтобы немножко корешочки начали расти. То есть уже искать. И очень легко и быстро переваливаем в другую емкость. И вокруг просто досыпываем. Досыпать нужно земли. Все. Фуксия пересажена. Обязательно нужно полить. Конечно, я полью фитоспорином для начала, потому что все-таки это новая земля. Тут может быть все что угодно. Вот фуксия перевалена. Так я буду переваливать все свои фуксии. Нужно будет потом обязательно опрыскнуть инсектицидом. Мне сказали, что один раз в месяц нужно сделать обработку инсектицидом. И я уже постараюсь уже придерживаться вот так, как мне сказали, чтобы все-таки растение росло хорошо. Вот то же самое, немножко разворошить тут землю, чтобы корни начали сами искать уже и расти. Чуть-чуть поставить, чтобы не было слишком низко, чтобы все-таки верхний, то есть как было, чтобы так и было. То есть, чтобы не слишком заглубить. Все-таки не нужно углублять слишком сильно, потому что черенок как рос, так должен расти. Там пол сантиметра можно добавить, если корешочки вылезли. Стряхнуть. И потом обязательно нужно сделать так, чтобы кустик был по центру, чтобы все-таки был эстетичнее и красивее. И потом нужно будет кустик формировать. Все. Всем пока-пока. Доброго дня. Удачи всем и во всем. Очень быстро и легко делается перевалка. Удачи всем!